Впервые в Брянской епархии состоялись 14-е образовательные чтения Центрального федерального округа «Великая победа. Наследие и наследники». Церковно-общественный форум стал открытой площадкой для диалога представителей педагогического сообщества, государственных и муниципальных органов власти и духовенства из 17 регионов Центральной России. Начало работы образовательных чтений предварила божественная литургия в Брянском Свято-Троицком кафедральном соборе. Богослужение возглавил митрополит Брянский Севский Александр в сослужении епископа Клинцовского и Трубчевского Владимира. По окончании литургии был совершен молебен на начало доброго дела, а затем глава Брянской митрополии поприветствовал участников чтений и пожелал успешного проведения форума. К сожалению, некоторая часть нашего общества с настороженностью относится к преподаванию модуля «Основы православной культуры» в общеобразовательных организациях, поддаваясь страхам, навеянным идеологами нового мышления, где религии нет места и главенствует материалистическая картина мира. Хотя полноценное становление личности невозможно без духовно-нравственного развития. Ибо человек состоит из духа, души и тела. В работе чтений приняли участие руководители органов исполнительной власти региона, ветеранских и образовательных организаций области, учителя школ, педагоги, воспитатели, ректоры и преподаватели высших учебных заведений, духовенства и представители средств массовой информации. Как показала практика, это отличная возможность такого открытого диалога именно педагогической общественности, потому что сюда входят и дошкольные работники, и учителя школы, и учителя высшей школы. То есть все не безразличные к духовности и к тому, что творится у нас в нашем крае. Официальные выступления на пленарном заседании перемежались музыкальными номерами. Ярким выступлением порадовал образцовый детский фольклорный ансамбль «Калинушка» под аплодисменты, исполнивший песню «Дети России». Всего в работе форума приняло участие порядка 400 человек. Для его участников была организована насыщенная культурная программа с посещением православных святынь Брянска, а также известных достопримечательностей и исторических памятных мест. Образовательные чтения продолжились работой по разнообразным тематическим секциям.